Согласно правилам автомобильного движения, в Сочи и его окрестностях устанавливалось правостороннее движение. Максимально допустимая скорость – 15 км в час. Впрочем, дорожное движение в Сочи регулировалось и до 1925 года, но не райисполкомом, а губернатором. С 1892 года на территории всей Черноморской губернии действовало обязательное постановление о порядке движения автомобилей, принадлежащих частным лицам, по шоссейным и грунтовым дорогам Черноморской губернии. В этом постановлении подчеркивалось, что при движении параллельно большому потоку пешеходов автомобилям рекомендуется двигаться на минимальной скорости – около 5 км в час. Большое внимание уделялось и тому, как вести себя автомобилистам при встрече с лошадьми. Кстати, экипажи в этих правилах дорожного движения имели некоторые преимущества. Сегодня прогресс поменял приоритеты, но внимание к пешеходам осталось и в современных правилах.